Россия. Именно он выбрал решающий визит героя, защитники Брестской крепости. Yeah.
занявший третье место в конкурсе плакатов ко дню защитников Отечества среди пятых секретарей. Награждаем шестой класс, занявший второе место в конкурсе плакатов. Награждаем седьмой класс, занявший первое место в конкурсе плакатов. Награждается восьмой А класс, занявший третье место в конкурсе плакатов среди восьми конкурсов. Награждаем восьмой Б класс, занявший третье место в конкурсе плакатов. Награждаем 10 класс, занявший второе место в конкурсе плакатов. Награждаем 9 класс, занявший первое место в конкурсе плакатов. Награждается 6 класс, занявший третье место в смотре конкурса «Строя песни» ко дню защитника Отечества. Награждается 7 класс, занявший второе место в конкурсе «Строя песни». Награждается 5 класс, занявший первое место в конкурсе «Строя песни». Награждается 8-й Б-класс, занявший третье место в конкурсе «Строя песни». Награждается 8-й А-класс, занявший второе место в конкурсе «Строя песни». Награждается 9-й класс, занявший второе место в конкурсе «Строя песни». Награждается 10-й класс, занявший первое место в конкурсе «Строя песни». Награждается 11-й класс, занявший первое место в конкурсе «Строя песни». Провели конкурс «А ну-ка, мальчик». Награждается команда 5-го класса, занявшая второе место. Награждается команда 7-го класса, занявшая первое место. Ребята, успокоились. Награждается Емелин Данил, занявший третье место в соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки в рамках Мечникова инфантерического воспитания. Награждается Мамбеткулов Ринат, занявший третье место. Награждается Ахмед Фильфат, занявший второе место. Награждается Магадеев Саян, занявший второе место. Награждается Абдрафиков Денислам, занявший первое место. Награждается Муратов Арслан, занявший первое место. Ребята, всем огромное спасибо. Конечно, хотелось бы, чтобы участвовали активнее, принимали больше участия.